I asked God for many days. Я просил Бога на протяжении многих дней. Continually. Постоянно. God, I want you to use me to heal. Господь, я хочу, чтобы ты использовал меня для исцеления. And I asked him a lot. И я просил это много раз. And I would pray for people to be healed. И я молился за людей, чтобы они исцелялись. And sometimes they would shake. И некоторые из них, они тряслись. They would fall on the floor. Иногда они падали на землю. And I thought, wow, that's cool. Я думал, да, классно. God touched them. Бог дотронулся. Something happened. Что-то произошло. Wow. Да. And I would ask them. И я спрашивала их. How are you feeling? Как вы чувствуете себя? Oh, my back still hurts. А моя спина все еще болит. And I was excited for the shaking and the falling. Я радовался, что они тряслись, падали. But Lord, I'm asking for healing. Но Господь, я хочу, чтобы они исцелялись. And so I kept praying. И я продолжал молиться. I kept asking. И я продолжал просить. When I was 17, когда мне было 17 лет, I was with a prayer group. Я был с молитвенной группой. We would pray every Thursday night. Мы собирались молиться каждый четверг вечером. 2 or 3 hours in the presence of God. 2 или 3 часа в присутствии Божьем. And just worship Him. Просто поклонялись Ему. And we prayed for this lady. Мы молились за одну женщину. She had a broken bone. У нее была сломанная кость. And I said, Lord. Я сказал, Господь. I ask that you will manifest your healing power right now. Я прошу, чтобы ты просто проявил свою исцелительную силу прямо сейчас. And then the lady begins to say. И потом женщина начала говорить. And I was thinking, Lord. Я думал, Господь. I asked you to heal her. Я просил, чтобы ты исцелил ее. What happened? Что происходит? And she got scared. Она испугалась. Because she felt the bone pop back into place. Потому что она чувствовала, как кость встала на место. So her broken arm was healed. И ее сломанная кость исцелилась. And that was amazing. Это было чудесно. A week or so later. Через неделю или чуть-чуть больше. Me and a friend prayed for a man. Я и мой друг, мы молились за человека. His arm was swollen. Его рука была очень опухшая. It had been broken. Она была сломана. And the arm could not fit in the cast. И эта рука вообще не помещалась в гипс. And so he was in pain. Его очень сильно болело. We prayed for him. Мы молились о нем. He experienced the power of God. Он пережил присутствие силу Божью. Started shaking and fell on the floor and knocked out some chairs. Начал трястись, тоже упал на землю. And I thought. И я думал. I hope he's healed too. Я надеюсь, что он тоже исцелен. He goes to the stage, grabs the microphone, and shares. Он подходит к сцене, берет микрофон и рассказывает. That now the cast was loose. Что теперь этот гипс вообще движется, свободный. Very tight. Перед тем он настолько был плотным. Since his arm was swollen. Потому что его рука была опухшая. But no longer was it swollen. Но уже все, опухшая сошла.